чемпионке мира. Вообще эта история с дисквалификацией очень непонятна, потому что, в принципе, за применение допинга должны дисквалифицировать на 2 года. А здесь всего лишь на год, и непонятно почему. Возможно, это что-то между казнить и помиловать. А соревнование продолжается. Это Каролина Родригес из Испании. Выполняет упражнение с обручем. Вот такой турлян в заднем равновесии у нас, кстати, выполняет на настоящей, на полноценной амплитуде Ольга Капранова. Она сегодня выступала в утреннем потоке. И заняла только 9-е место. Кстати, на пресс-конференции перед соревнованиями Ирина Винер очень расхваливала Ольгу. А когда ее спросили, а как же сестра, как же Катя, она сказала, а Катя хуже. Но вот по результатам сегодняшнего дня получилось, что Катя лучше. Катя выиграла в этом утреннем потоке. И если интересны другие результаты, то на 2-м месте оказалась Юлия Голубенко, воспитанница Натальи Кукушкиной, которая сегодня давала нам интервью. На 3-м месте Сайна Жаворницки, американская гимнастка. Далее Елена Посевина, Динара Гиматова. Следующая наша гимнастка Светлана Путинцева, которая стояла в чемпионской сборной групповых упражнений прошлогоднего чемпионата Европы для юниорок. И вот Ольга Капранова только на 9-м месте.